ходили в первый класс в школу 56-ю, которая находится и сейчас, где дворец Украины. Вот там вот за ней школа. В эту школу я 3 класса ходила, а здесь закончила 8, и отсюда пошла на войну. Я была участником обороны Киева. Санитарка, вот даже позвоночник тягала, же я здоровая была. Вот так вот. Так я вам говорю, что у нас предателей не было. Вот у нас Митрофановская улица и Красноармейская улица, угол, мы ж все, знаете, это считается как окраина Киева туда, под Голосеевский лес. Мы ни одного не знали предателя. У нас ходил до 25 января 42 года, ходил по улице Юзик Бабутин. Мой одноклассник, ему никто не выдал, подкармливали. А 25 января выезжал первый поезд добровольцев в Германию на работу. Вот там половина евреев было, понимаете, это спасение было. Они там записывались туда. Я знаю, Юзик поехал туда. И я не знала его судьбу, а мой ученик, мы уже здесь встретились на Неманской, Жора Замешайло, они держали 2 девочек, мама ушла, у них невестка была еврейка, мама ушла в Бабий Яр, а девочек они держали, и он тоже праведник мира, так он мне сказал: «Соня, я держу связь с Бабутиным. Эдик остался жив, уехал в Канаду, и там его вся семья, и сейчас там она есть». Вот. И Жора умер скоропостижно, и я так с ними не связалась. Я вам еще раз говорю, что весь Киев бросился спасать евреев. Не потому что евреи, а потому что это наши люди. Мы вместе голод пережили во дворе. Мы вместе в школу ходили. У нас один только Сёма Бараш ходил в русскую школу, а так было до 30 детей. Все напротив, 130-я украинская школа. Мы все прекрасно знали украинский язык. Мы люди были. Это, понимаете, это не подвиг. Это была норма поведения. Мы так воспитаны были, понимаете, дружа-дружка. И в Киеве, ну, только время ушло. Это я говорю, счастье, что где-то в 89-м году Левитас Илья Михайлович объявил и по радио, и это самое, на Неманской 7, чтобы люди приходили и записывались, зарегистрировались, кто спасал и кого спасали. Он очень многих фотографий записал, получил фотографии и так дальше. С нашего двора ушел один Сёма Бараш. Он был студентом Харьковского института, он старше меня был 4 года. Вот, он был уже в институте в Харькове и пешком пришел в Киев, а его родители уехали уже. А он в армию не пошел, он был ДЦП, у него колечко был так вот на эту ручку. И мы все во дворе говорили: «Сёма, оставайся, это самое». «Не, говорит, я поеду в Палестину, может, меня вылечат там».
Вот у меня есть фотографии, я показывала Сереженьке, там весь двор фотография. Мне уже там где-то 3 года, и брату старшему 4 годика. Наш двор такой у нас, хороший был двор. Мы люди были. И это, я не считаю, что это героизм. И очень многие не пошли, и я бы не пошла зарегистрироваться. Ни за что же, мне некогда было. Я занята своей работой и так дальше. А вот эта майка, которую мы спасли, она на 4 года меня меньше. Она все это сделала. Сама пошла на Неманскую, сама все сказала, сама все сделала. Потом, Соня, ну приди, получи хоть эту самую почетную грамоту, получи, что ты. Я пошла, и вдруг вижу там Левитас. Левитас Илья Михайлович. Я аж прослезилась, я поняла, какую работу он большую делает. А я с ним была знакома 67-го года. Я первый директор 189-й школы нашего Деснянского района. А он был руководитель метода объединения по спорту района. У меня были преподаватели спортивные, да и я спортсменка была. И мы занимали ведущие места по спорту. Я везде с ними ходила, на эти футболы. Моя вся жизнь была там, в школе. И мы в 72-м году, моя школа вошла в первую десятку Советского Союза по организации спортивно-массовой работы. И я так считаю, это заслуга Левитаса. Потому что он был человеком, понимаете, человек-глыба, очень принципиальный товарищ, порядочный, честный, настоящий еврей-интернационалист. Он не смотрел, вы понимаете, это я всегда говорила, когда я ставила вопрос в горисполкоме, чтобы ему это самое присвоили статус Героя Украины, потому что он все начал. Не было бы его, ничего бы никто не знал, только он. Я говорила, что это украшение еврейской нации, это гордость Украины, иметь вот таких вот принципиальных, настоящих людей. Вот, я была счастлива, что я с ним познакомилась. Ну и потом майка эта же, она, я пальца вот так вот не поставила, чтобы мне дали праведника мира. Она все писала, там 2 года надо было, потому что они проверяли каждую это самое, как там, что там. А я теперь думаю, она умерла, маечка, думаю, Господи, Царство ей небесное. Какую она мне сделала пользу? Вы знаете, как мы живем сейчас, да? А Майя это соседка, как мы живем? Была ваша? А? Майя это соседка была ваша? Майя, которую мы спасли, я расскажу. Может, вот. Ну, она... Вот в Сереже да. есть вопрос. Сейчас скажу. Я сейчас при помощи Хеседа. Вот эта соседка ходит, я одна, в принципе, живу. Она за мной смотрит. Они платят. Платят это самое. Она моя нянька. Я не имею забот никаких, никуда, где-то что-то. Это мое родное дитя. Ну, еще у нас соседские отношения сложились очень хорошие. Еще раньше. Я... просто счастливы, они материально нам помогают. Ну, в общем, я все время говорю, а многие так и не пошли. Вот так это я хотела сказать, что Киеву надо было дать город праведников, а Левитасу
героя Украины. Я вот опять 17 октября мы собирались, я опять говорила, сейчас этих евреев, президентов, собачья душа поразводилась. Все президенты, ни хрена никто не сделал. Он один сделал, он один. Он собрал такие материалы, там лежат на Неманской, Сусленский, который после него, он молодец, хоть не раздает никому, а ждет, когда будет действительно музей Холокоста, потому что он положил жизнь, чтобы нам дали домик на Мельникова 44, чтобы там был музей Холокоста. Но, видите, не давали. И было решение в 2011 году Верховного Совета нам отдать. Все равно не дали. Но там, я лично считаю, там совсем другая причина, когда будет музей Холокоста. ТАСС, цыгане отмечали 1 сентября свой день Холокоста. Они не назвали ни одного спасителя, ни одного спасенного, потому что у них не было левитаса. У них не было левитаса. Если бы не он, уже, видите, прошло. Нас на Киев осталось 12 праведников мира. Это на 3 с чем-то миллиона. 12 нас осталось. И то, это самое, те, которые чуть-чуть соображают человека, 4-5. А то лежачие. И так часть едут. Я с ними разговариваю. Смотрю, не в ту сторону тянет. Это самое, что-то не так. А спасибо левитасу. А ведь сколько цыганских детей спасли наши люди. Они выбрасывали. Вот. И я знаю, что эти цыганчата были. Ну и фильм даже показывали, это точно такой. У них не было левитаса. Если бы кто-то, я этот раз сказала, соберитесь, духовенство, вы все грамотны. Ну дайте этому человеку. Нет, сейчас. Той президент такой, тот такой, я вот это читаю, но твою качалку. Никто же из них ничего не это самое не сделал, а он сделал. А его уже мало вспоминают. А расскажите самое про те, как вы рятували евреев. Ну, рятували дуже просто. Ну, по-перше, справа в тому, що, ну, я залишилась. Ну, ви знаєте, як Київ зразу здали. 18 вересня у мене день народження. Я от просила, що я зранку до часу буду вдома. Не буду там в лісі в Голосіївському. Буду вдома. І в мене коси були. І я пам'ятаю, я перед дзеркалом стою. І все думаю, як же я ту зачіску зроблю, що-небудь. Щоб бути гарною, а мені 16 років виповнилось. А батько мій був, папа був в істребітельному батальйоні, там де-то взводним. І я, істребітельний батальйон Кагановичського району був під низом, де кінотеатр Ватутіна, якщо ви знаєте, там є такие подвалы, там находился этот истребительный батальон во дворе. Я попросила начальника, чтобы папу отпустили на 2 часа домой, потому что это самое. А мы должны были уезжать 19-го. 3-го числа подали эшелон, это самое, для эвакуации. Но ну, не все же могли попасть. Дело в том, что самое обидное, что погибли евреи, их 90 тысяч, мы так считали, так. Это злидота, те, которые не могли выехать. Вот тетя Таня наша рыжая, она уехала с родственниками мужа, а ее Лиза
хорошая женщина, как сейчас я помню, тихая, спокойная, с двумя детками. Она почтальоном была, но она не смогла выехать. Они с мужем ушли туда. 3-го числа мы должны были, нам подали эшелон, и мы приехали, и у нас осталось место в товарном вагоне, только вот этот, перед входом. А мама у меня была с характером, посмотрела, что все лазят. Я не поеду. Я не поеду и так дальше. И нам сказали, что 19 числа будет 2-й эшелон. И мы должны были 19 поехать, а тут 18. И вышло так, что я, это самое, вдруг заходит папа. Где-то 9:30, а мама пошла в магазин там кое-что купить. Пришел, говорит, я спешу, Сонечка, в Золотоноши высадился десант. Мы должны ехать туда, на это самое, на ликвидацию десанта. Принес пару кусочков мыла, и папа меня поцеловал. А у нас не было заведено. Ну, так, что поцеловать. И я почувствовала что-то не то. Папа ушел, нашла маму. Мы пока туда добежали, это с Красноармейской, с Митрофановской, до Дмитриевской туда, до Ватутина. Уже мы знали, что наши оставили ночью Киев. Совершенно. Никто ничего не знал. Утром была советская власть. 12 часов дня, вот это страшно. Это такой ужас, который невозможно передать словами, какое состояние человека. Они 11:30 ушли. Я помню, 3 девочки-еврейки просились с ними идти, никого не взяли. Где-то после часу или в 2 взорвали мост. И вот мы остались здесь. Идти домой страшно. Дело в том, что мы знали, что коммунистов и евреев, ну, уже они расстреляли, особенно коммунистов. А папа был членком партии, и папу знали весь район. Папа был управдом, и самое главное, папа был председатель правкома работников коммунальных этих. Все технички, все домработницы, все дворники, все управдомы, все его подопечные. Всего Кагановичского района. Папу знал весь район. Вот. А старшего брата вывезли, Жору. А мы с меньшим, Жора, Саша 28-го года, а я 25-го. Мы пошли ночевать. Не пошли домой, пошли ночевать к дворничке, ее фамилия тоже Бойко, моя девичья фамилия Бойко, тетя Киля, дворничка, вот этот район между этой самой Немецкой и Лебедской, это были все магазины напротив Дворца пионеров. И там она в полуподвале жила. Мы пошли туда к ней. Там было человек 20 уже людей. Был наш участковый Шилов, которого вся басота боялась района. Было много, да, там несколько военных, не успели пройти. Ну, в общем, где-то в 8-9 утра сказали, идут немцы. Нас попрятали с Тамарой там под кровать, что, мол, прошло 1.5 часа, никто за нами не идет. Мы вылезли, и я вышла на улицу, посмотрела, вокруг идут немцы, значит, идут маршем по Красноармейской. Вот там это как раз напротив Дворца пионеров. Идут самодовольные с музыкой. И вокруг люди, кто плачет, кто смеется, по-всякому. Встречали по-разному. Но теперь я понимаю этих людей.
очень многие, сколько той советской власти было, 20 лет, тут 26, а мы не знаем, куда это самое приткнуться. Там 20, оно, у нас же все было уже построено. Вот. И многие ненавидели советскую власть, потому что то дома забрали, а потом особенно очень много было раскуркуленных, подкуркульников. Причем я-то знаю, что многих несправедливо, так как сейчас вот под видом правого сектора грабят, а, и тогда так само. И ездили вот, и в 33-м, и так дальше. Человеческий фактор был страшно, это самое. Много было всякого. Ну, мы переночевали ночь. Ну, а что дальше? День еще пробыли. Говорит, мама, что будет, то и будет. Что будет? Мы пришли домой на Красноармейскую. Никто нас не это сам. Ну, мы же не знали, как там. Проверяется человек уже во время событий. Ничего так. Ночью 19-го, это 20-го уже выходит, потому что 19-го мы там ночевали. Ночью приходит в часов 5, приходит этот, опять хотела имя назвать, плачет. Бойчиха маму называли. Она, мама была у меня сильная, большая такая, статная, фигура красивая, гордая была. Я бантики ношу, потому что я как залежусь, так и ни, никого не похожа. А у нее классическая такая форма головы. Вот. Всегда так ходила. Все вопросы решала. Мама не знала азбуки. Мама неграмотная была. Она с 8 лет была сирота в Василькове. Но жизнь научила, и природный ум был. Она всегда говорила... Пока кто-то подумает что-то сделать, я знаю, чем оно закончится. Это, кстати, у меня есть тоже немножко. Я мгновенно ориентируюсь. И мама говорит, Бойчиха, ночью немец изнасиловал дочку его и оставил документы. Мама в 6 утра, комендантский час уже, отнесла эти документы. Больше... Этот мужчина немцев не ждал. Понимаете? И когда папа был в Дарницком лагере, боже, тысячи умирало людей, и их всех хоронили на Быковне. Я не знаю, есть ли там политические, но то, что там тысячи советских солдат лежат, и в 44-м, когда ставил всех, так часть из наших же пошли туда, но поставили охрану, охрану искали же, зубы эти самые, всякие паскуды были. Вот. Так люди помирают, а кормить нечем, а там десятки тысяч. А два таких лагеря было, один в Дарнице, один на Керосинке, где военнопленных держали. Так немцы издали такой приказ через 2 недели, если принесут удостоверение, 10 подписей. И уже управдомши были, уже все. Они на этот счет порядок, что он не еврей и не коммунист, а украинец, их отпускали. Мама во дворе написала такую записку, ну, ей написали. Этот товарищ первый подписался, что папа не коммунист и не еврей. Понимаете? Ну, мы папу освободили и в село. У мамина одна сестра была на воспитании в деревне, туда отправили. Папа зарос тогда же. Но нас... Никто не выдал. Вот я же вам говорю, что
мы семья коммуниста, никто не выдал, никто ничего. Но мама, и мама все знала. Мама настолько была практична, научилась водку гнать. И ей самое главное было самогонка, это было наше основное оружие спасения. У нее было штук 3-4 полицая, которые нам все докладывали, когда это самое идет облава, когда что, моментально мы все знали. Мама все знала, так дальше. Вот так. Ну и потом 29 числа мы узнали во второй половине дня, что всех расстреливают. Ну, те, которые там поставались, ну, мы ж фамилии их не знаем, мы не спрашивали. Вот. Многие в села, а потом, понимаете, в чем дело? Там же частные домики. Там, где частный дом, можно было и в погребе, в сарае и так далее. Там в основном одноэтажечки были. Вот. Так, кто в село, кто женился, кто в партизаны, кто там пристроился. Но евреев было полно. Вот. Через 10 дней, может, через 2 недели, к нам пришел сосед еврей с плена. Еще в форме это самое, дядя Сёма Липницкий. Пришел во двор. Вы знаете, вот так у нас окно было на улицу, на Митрофана, вот так стол стоял. Собрались люди, у нас все евреи выехали, собрали кто что может, и встречали этого Сёму. Ну и потом мама сказала, что посидели часа два, Сёма помоется, а переоденется в папину одежду и уйдет. Сёма, конечно, помылся и остался у нас ночевать. А утром в 6 утра мама Сёму отвела на переправу туда. Вот, Сёма переправился, и потом мы узнали, что Сёма благополучно перешел линию фронта, что Сёма в 44-м году погиб, и его семья еще получала, ну, по аттестату деньги. Сёма остался живой. А его жена, Сёма был, мы все дружили, а особенно он, видно, любил маму. Мама красивая была очень женщина. Да сколько ей тогда было? Это 41-й год, она 2-го года, 39 лет. Он это самое, был мясником, работал. И он всегда говорил: «Бойчиха, сегодня мясо дешевое там будет какое-то такое». Всегда. И его во дворе все дети любили. Он нас собирал, рассказывал. Ну, понимаете, да мы все были люди. У нас, у нас только две семьи ругались, как собаки. Это тетя Таня рыжая и Клара черная, две еврейки. Это вообще было, это что-то страшное было. Они рядом жили, так у одной Майка, а у второй Алла, обе 29-го года. А так все было нормально. Вот, а его семья уехала, эвакуировалась, значит, это Майка, 14, ей тогда было... Она 29-го, 12 лет ей было, 11 лет. Вот. Она и мальчику 3 годика был Алик. Они уехали с Сёмиными родителями, они были достаточно, это самое. Ну и потом, ну потом начала жизнь. Потом меня забрали по мобилизации, я чернорабочей работала. На железной дороге. А потом эта борьба за жизнь. О, Господи! Понимаете, картошки не было. Горох и пшеница. И мука это основное было. Мама привезет
это привезет стаканов 20 гороха, 10 стаканов оставить медбратом, и там муки, то пойдет поменяй на базаре, два стакана гороха и простынь, и так дальше. И так вот мама умела крутиться, ходила каждую неделю, каждые две недели ходила менять. Так крутились, потом вдруг... В 42-м году самый тяжелый год был. Это, понимаете, в моральном плане, в материальном плане, в моральном единственное светлое пятно было. Это матч смерти 9 августа. Во дворе вот эта Галя Вайнтроп. У меня есть ее фотография. Она старше меня на 4 года. Она была телефонисткой при штабе Баграмяна. И когда она отступали, они там, так руку ей потянули, сюда попала разрывная пуля. И она как сложила эту ручку, там все это повыпадало, она так и умерла, взрослая с этой ручкой. Ее в Германию не брали, она не работала. Но отец у них был еврей. Они переехали в другое место. Вот, ну, на всякий случай, так, хотя никто у нас ничего не знал. Так мы с этой Галей дружили. Вдруг в 42-м году приходит ее мама, говорит: «Бойчиха, Таня рыжая у меня дома, Лепницкая, 42-й год. А этот матч смерти, чтобы вы знали, что хоть там кто там не говорит, а я почему туда пошла пешком, я и Галя, потому что Жора Червинский, который был боксер, Галя говорила, она с ним общалась, он тоже 21-го, 22-го, а я же 25-го. Пацанка, он якобы был чемпион Украины по боксу за 40-й год, и он работал на этом же хлебзаводе. И он нам, Гале, сказал, завтра будет матч, и хлопцам сказали, если они выиграют, их расстреляют. И поэтому я туда пошла. Вот, и хлопцы наши выиграли. Что там было? Это действительно был подъем духа человеческого народа, сколько они веры вселили в нас, все. Тяжелейшая победа, 5-3 победили, их избивали и так дальше. Но их потом расстреляли сразу. Не сразу, а Жора сказал, что 20 числа. А тут пишут всякое, в общем, везде. И у меня все эти материалы есть. Но я знаю то, что их расстреляли. Трусевич, Кузьменко, Клименко, они были инициаторами этого. Гончаренко там тоже был, но он со стороны так, так дальше. И вот недавно прочитала в газете вот это, факты вот эти, так, что Гончаренко, мол, не пускали «Динамо» играть, брехня. Я с 44-го года ходила на все матчи, и Гончаренко бегал левым или правым крайним. У нас на команде «Динамо» играл он. Но он не был бойцом, как говорят, за это дело. Вот. Ну, в общем, говорит, рыжая, говорит, у меня там на 93-м номере на Горького они жили. Мы быстренько натерли штук 5 картошечек, покушать это самое, дырунчики сделали, пришли туда, ну, слезы, плач и так дальше. Вот, оказывается, их в Орджоникидзе застали немцы. И они, Тане, один дедушка сказал, выходите, потому что вас расстреливать. Они тоже шли так толпой. И потом цыганка ей нагадала, что дядя Сёма в Киеве живой. И она вот это 3 месяца шла в Киев и пришла в Киев в 42-м году.
Это был ужас. Мы пришли к ней. Ну, сами понимаете. Майка тогда говорит, я, говорит, таких дерунов никогда в жизни больше не ела. Такое, такая, так дальше. Ну, мы пришли где-то 6:30 до 9, комендантский час. Мы договорились, мама договорилась, что она придет за ними на второй день в 6 утра. Ну, когда комендантский час, уже светло было же тогда, так дальше. Где-то в 12 ночи звонит соседка, говорит, бойчиха, Танька рыжая у себя в сарае, а у нас у каждого сарайчик был. Это ужасно, сама она боится, и так дальше. А у нас рядом сосед был, Осиневич. Ну, неизвестно, к нему не немцы приезжали, а тыльная сторона сарая выходила к нему в сад. Майка рассказывала, говорит, пока вы нас не забрали, говорит, Алик плакал. Вот, и мама его закрывала, чтобы не услыхали. Я вижу, он задыхается. Я говорю, мама, он же умрет. И мама спокойно говорит. Он умрет, может, ты останешься жива. Оказывается, 10:30 домой пришел Аркадий, их зять, второй сестры Нюсин муж, а он в полиции служил. Пришел, увидел тетю Таню и говорит, тетя Таня, я вас не выдам, но вы уходите. Я не хочу, чтобы расстреляли мою семью. Ну, во-первых, отец там, это самое. И вот она где-то 11:00, в этот комендантский час по Горького на Красноармейскую, на эту самую, по Митрофановской на Красноармейскую, а это двухэтажный домик, у нас на улицу окна выходили, а в каждом же доме была это управдомша, которая следила за порядком, на ночь все закрывалось. Нарт, я постучала бабе Аксюте, она открыла, пустила в сарай и сама испугалась, ну, что знала, что это расстрелы и так дальше. А потом, ну что, а потом бойчихи. А потом пошла к бойчихе, вот это сказала. Мы забрали их, они у нас обмылись. Что было, там поели. А потом решили... Ну что, через Днепр переправить, она там погибнет. У папы родная сестра в Рославичах, 18 километров от Киева. А родной брат Микита в Василькове. Ну, решили, что я должна отправить их. А у меня был очень хороший, нас был. Вот я всю жизнь говорила ученикам, и мама моя учила, никогда не смотри, какой национальности человек, смотри, какой человек. Этот был поляк, фольксдойче, он нас никогда пальцем не тронул, никогда не бил. Когда он ушел, его забрали куда-то, пришел пан Гринджолик, чех. Господи, чтобы его и потомкам было то, что он нам делал. Это было что-то страшное, как он нас избивал. Надо, не надо, лупил и так далее. А потом пришел немец после него. Тот был, видно, после фронта с приветом. Он нас не трогал. Сидел все себе там и все вспоминал, что в 18-м году у него была понянка, когда он был в 18-м году, что он ее ищет. Вот так вот, понимаете, национальность не имеет значения. Я попросила пана Лисовского,
он меня Шафея называл, Шафея, попросила, чтобы он меня отпустил менять на 3 дня. Это была пятница, чтобы отпустил пятница, а потом суббота, воскресенье, в понедельник мне на работу. И он отпустил, он брал за это одно яйцо, но он же ставил штамп на Аусвайс, а мы без Аусвайса не могли выйти на улицу. Все время облавы, так это, идешь гулять и с собой Аусвайс, а это Габедезют, это военизированная организация такая, которая ремонтировала дороги, они имели право не отпускать, это, имели эти льготы. Ну и в общем, я пошла с ними на второй день. Мама нас до Хотова довела, ну а там 12 километров. Я все время думаю, я пустила свою дочь или нет. Мама взяла с нее слово, что, ну, у нас у каждого, если только будет полиция или что, что это попутчица попала, что это так дальше. Ну, мы дошли к тетке Марике, она нас приняла, ну, не очень тепло, но переночевали мы там, вот, она знала, что она еврейка, а на второй день через Гливаху мы пошли в Васильков. А дядя Микита, мы вместе голод переживали там, и это самое, ее с распростертыми объятиями приняли, и так дальше, и тоди, каже, я теперь уже сам буду знать, что робити, ты, каже, иди додому. И меня отпустили домой, ну, пешком с Василькова в Киев. А у него жена Мотря, у Мотри была кума, у которой жила под Белой Церковью в деревне. Так, ну, в общем, они ее туда отвезли. Тетю Таню, Майка стала Маруськой. Фамилия у них Липовенко уже была. И тетя Таня говорит, в 44-м их освободили. Говорит, когда освободили, я подошла к старости и говорю, что, а вы знаете, что я еврейка? Он говорит, знаю. А что ж вы? А он, оказывается, был связан с партизанами. И он их прятал. И его на 5-й день подорвался на мине. Очень жалко так. Они приехали в Киев. Вот тогда узнали, что отец был жив. Ну, приехали в Киев, пообнимались и все. Никто не считал, что это подвиг. Никто. Это была, понимаете, вот норма поведения человека. И так вот все было. Майка была потом бухгалтером. И вот это я ей благодарна. Я бы не стала на учет. И поныне бы не стала. А теперь я имею такое благо, что, Господи, 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 в общем, это самое. Но Майка подавала в Яд Вашем только за свою семью. Только за свою семью, потому Майка, что она же других не знала. Дочь Татьяны. А? Майка, дочь Татьяны. Да. Майка, дочь Тани. Так, я... Майка умерла в 2001 году. А я с ее дочкой общаюсь и поныне, со Светочкой. Мы в хороших отношениях, она знает, все это ко мне очень хорошо относится и так далее. Но у нас еще мама очень многих спасла. Мама инициатор всех. Мама сколько военных, сколько евреев, сколько всего... Ну, мы ж не спрашивали. А здесь вышло так, что осталась вот эта Майка, а потом на Горького 127, мы на Красноармейской 127, Горького 127 жила
жил папин, мамин родной брат, дядя Петя, с женой. В этом одноэтажный домик у них там была комнатка. И так получилось, что дядя Петя попал в плен на керосинку. И дядя Петя 29 числа пленных лагеря керосинки забрали закапывать евреев. Они закапывали. Дядя не пережил это. Он говорит, вот так вот ходила земля. Потом он рассказывал, как живем бросали этих деток мать. Ну, знаете, хоть расстрелы и все, но... Он пришел в лагерь, нашел консервную банку, распорол себе ногу и не пошел на второй день. Но он, это холод начался, все. 36 лет, 2 метра, красавец мужик, стоял, а он знал, что семья коммуниста. Каждого, а у него детей не было своих, а они сиротами росли, 4 человека. Маме было 8, а ему было 4. Ему 6 было, а бабе Федоске было 4, а Демик умер, ему было 2 года, еще дитя умерло, так? А дяде Миките было, ему было 14, он, видно, там кто-то умер между этими. И он рано женился на Мотре. Мотря была 100 раз некрасивая, а он красавец. Но видно это самое. И он потом этих детей, они все вот так вот между собой жили. Дядя Петя, утром тетя Галя должна была побежать и посмотреть, мы живы или нет, нас забрали или нет. Дядя скоро умер, у него скоротечная чахотка. Он не мог. Это нормальный человек, то, что было, пережить не может. Нормальный человек, они все это самое. И я говорю всегда, что надо эту память беречь. Вот эта память, вот это все. То, что сделал Левитас, то собрал, сколько у него. Оно должно жить, потому что память – это оружие в борьбе со злом. Это оружие в борьбе за добро. Это основное. Потому что когда человек вот это все увидит, прочувствует, он никогда не пойдет, он всегда будет бороться со злом. Ну, в общем, так получилось, что у них во дворе осталась Соня Пикман с 2 девочками. Во дворе жила в следующей комнате. Одной 4, одной 5 лет. Неля и Вера. И это Соня такая местечковая еврейка. Она была чернорабочей на фабрике Боженко. А муж у нее был на фронте. Украинец. И она не пошла по приказу. Она говорит, куда я поеду в Палестину, я буду ждать Ваню своего здесь. И она не пошла. Ну так люди ее подкармливали, все было нормально. А потом управдомша, вот, она же видит, а они же тоже отвечали за то, что была чистота и порядок во дворе. Она где-то, значит, в феврале или в январе, но снег был, закутали, забрала Соню и девочек и отвела в комендатуру. Отвела комендатуру, а комендатура была, где театр оперетты, а за ним 35-я школа. Соня, говорит, привела меня и поставила, и говорит этому... На вахте стоял мужик, немец. Говорит, Юде привела.
Он так посмотрел, а у девочки вот такие вот голубые-голубые глаза были. Посмотрел, говорит, а потом поставил эту продомшу. Как дал ей пинка назад, та в снег, говорит, матка, век домой. И Соня пришла домой. Мы все радовались, плакали там, что, в общем, Соня жива. Но она на завтра опять отведет. Что делать? Мама моя, мама в 61 год умерла. Рано, очень рано. Нагрузка большая была. Соня к ней все время на кладбище ходила. Значит, тетя Аля воспитывалась в детском доме, была до войны. И она знала, где этот адрес, знала директора и так дальше. Мама на второй день берет Соню, берет Галю и сама идет в комендатуру. Идет в комендатуру. Я остаюсь дома с детьми. Саша идет это связным. Если у них что-то не так, он возвращается домой, и мы все на Васильков. Так договорились я с детьми. Меня когда спрашивают, вот меня на расстрел вели, например, 25 октября. И там еще были случаи, страшно было. Я никогда не помню этого чувства, чтобы страха было все. А вот эти 3 часа, пока мы ждали маму, я на всю жизнь запомнила. Придет или не придет, придет или не придет. Мама говорит... А у Сони была справочка, Охрименко, что ли, мужа какая-то. Паспорт же нельзя было, потому что там национальность указывалась. Какая-то была справочка, и мама, она говорит, рассказывала, мама все говорила. А Соне сказала молчать, потому что у нее местечковый говор такой. И дурак скажет. Но немцы, так как мы не можем сказать, где грузин, а где грузинский еврей, мы же не знаем. Так и немцы видно. Мама говорит, сидел по лицам, улыбался, но не выдал. Но не выдал. И они пришли домой. Ну, сами понимаете, сколько было радости, сколько весь двор ждал. Но потом Соню... Никто запретили, чтобы она выходила со двора. Там было 3 домика одноэтажных. Человек 50 было. Вот всему двору надо было дать праведника, потому что не один человек спасал, все. Ее никогда не выпускали на улицу, ну, чтобы это самое, потому что всякая это самое, ложка дегтя портит бочку меда. Вот, и так дальше. Вот. И Соню додержали, и мама, ну, приносила все время, кормили, додержали Соню, пока наши не пришли. Вот. Соня дождалась своего Ваню, еще мальчика родили. Все нормально. Вот. Я видела, с ними связи у нас не было такой. Ну, никто не считал, что это надо. А я ее дочку Нелю увидела, когда ей было лет 30, последний раз, вот так вот. Но уже Сони не было, Соня умерла. Я помню, я с ней в Дарнице, около универмага встретилась, сказала, что и так дальше. Ну, вот так вот, понимаете? Это вот такие вот вещи. Я вам еще раз хочу сказать, никто из нас не считает, что он герой. Хотя это все ходили под знаком смерти. Все потому, что рядом, вот у меня, я же говорила, показывала, Галина Данилко 2 года тому назад умерла, она доцент института пищевой промышленности.
Она привела домой девочку, одноклассницу, привела домой, вот, оставила ночевать, сама пошла к дяде, а дядя был подпольщиком. Пришла утром, она окраину, ей говорят, не иди, потому что расстреляли папу, маму, мальчика трехлетнего. И это поэтому вот эти детей, это ж все рисковали. Но понимаете, когда надо, вот я это смотрю, когда надо, когда смотришь в эти глаза, и это самое надо. Надо, и спасали. Никто не думал о том, каждый надеялся на лучшее. А в общем, я еще раз вам говорю, что я бы Киеву дала это самое. Киевляне достойно себя вели во время оккупации. Достойно. Все мы были так едины, как говорят, друг друга. Это после войны начали, как собаки это самое.